Так. Началось движение. Со всех сторон оно происходит. Главное, чтобы меня не задавили. Сейчас стану куда-то повыше. Поворот выключи. Нормально. Сотка тоже выехала. Ну, патрол солидно. Сейчас еще человек хочет тоже мост сломать, я так понимаю. О, тут уже серьезные машины съехали. Бородач, давай едь! Заехал, блин, настырный. Руслан! Короче, у меня родился новый ник для Руслана. Руслан! Тут Руслангует. Это маньячело, очень известный. Саня, что-то сзади блокировка не работает, Саня. А, самоблок не сработал. Хочет меня задавить сзади. Снимать! Блокировка включилась и заехал сразу. Не заеду сюда. А в него что, мозг гавкнулся, да? Сказал, что да. Места тут мало. Как мало? Мало, хватает. Конечно. Много машин, мало нет. О, я тебя вспомнил, я крышу не задавил. Да?
Давай, Бородач, твоя очередь. Твой выход, Бородач. Давай! Сейчас понижено включим. А, так там сильно крутой этот. Вон колесо, дай вторая. Там легковая только что выехал. Там передним колесом выключается, ему надо встретить. Все не опасно, это нормально. Водитель неопытный. Неопытный водитель? Неопытный. Так, сейчас вон опытный уже сейчас поедет. Это тоже опытный. Он еще опытнее. Пропусти старшего брата! Ну вот он, серьезный джипер, заряженный, подготовленный. Нервничает, правда? Нервничает, вспотел, наверное, опять. Вот так он, блин, очень жесткий. А вот и Нива. Стоки почти. Ни почем вообще. Вот это аппарат. Так, давай, теперь шишига в стоке должна. Стой! Опа! Что там? Ох ты ж, блин. Офигеть, блин, тихо. Быстрей. Там, да, он про это место не знал. Побежали, он про это место не знал. Сзади кто-то, Саня, бегут. Саня, пизду за машиной, давай. Убирали, сброс. Да все нормально, не шевелите ее, да и все. Тут такая окопчик. Давай, давай, отходи! Отходи, Вован. Ну, все нормально. Мать твою, посмотри, что тут. Ну, там обрыв же, я знаю, с прошлых раз. Он просто... Он новенький же, да? Ну да, не знал. Тут все знают. А сейчас снег еще не... Руль ровно! Да куда ровно? Что уже поздно все. Еще. А ну, Вован, отойди. Все, давай сюда. Дай чуть-чуть, пусти его. И нормально. Разворачивай влево. Ну, вам понравилось или нет? Понравилось. Человек. Не бойтесь, я с вами, я с вами. Викуля. Влево руль, до конца влево. Полностью влево руляем. Не трогайте Вику, она сейчас, наверное, один просто... Вика в истерике. Она в истерике сейчас реально. Лево руля полностью. И вперед, поехали. Потихоньку, не газуй. Все влево. Давай. Если начнет стягивать, останавливаешься. Давай. Давай, давай, давай. Да ничего не начнет, все нормально там.
Все хорошо. Это... раньше машина была? Патрол. А до этого? Нива. Начинал он на ногах. А до этого? Нива. А до Нивы? Еще одна Нива. Блин, нормально начинал. Сокол, да? Нормально начинал и до чего дошел, слышишь? Видишь, вот так вот Нивы сдается металлолом. Сразу Бэху семерку покупай, даешь. ЭПЛА когда-то. Ну так это твое, это не твое. Виски не взял. Был виски, да. Ты что, куришь или что? Трус. Ну и ты сюда. Крыша не вышла. Все нормально уже? А ну еще раз покажи. А что, есть видео? Вот это мы. Да. Я вовремя. Бля, я говорю, я уже думал хабар. А ну еще раз включи. Я тоже думал, что все, сейчас лягу на бок. Смотри. А че, кто выключил камеру? А че камеру выключили? Че камеру выключили? Я очканула на сраве. Я ловить ее пошел. Была скрытая камера, Андрюха, говорит, посвящение в джиперы, да, Андрюха? Так что да, все, ты прошла испытание, поздравляем тебя. Все, сейчас тебя должны в снег закопать по шею теперь. Теперь на закарпатский кордон готов. Макс, братан, она тебе потом расскажет все, что она думает по поводу этих ощущений. Сейчас, да. Опа, Бородач, давай твой выход. Отходи, Бородач сюда хочет. Снимай, Боря! Снимай, Билл. Смотри. Снимай. Что там? Сейчас упрет ее. Нормально отжигают. Сам встал. Понял, он ему яму копает сзади, видели? Пойди на пустую. Нормально. Западаю, да? Ну, блин, жесткие, блин. Это маньяки настоящие. На тебе! Смотри, вытолкал, блин, вот это зверь, блин. На тебе! И Бородачу дай там сразу! Тут реально весовые категории, короче, Паша давит, да? Паша давит весом. Весом давит Бородач, блин. Этот маничела, его на ура не возьмешь. Бородач очканул. С тобой мериться бесполезно. Паша, нечестно. Ты весом давишь, нечестно так. Ты мухлюешь. Вот он, Бородач. Стой! Куда поехал? Не прыгивай на это. Куда? Вот тут я с Бородачом. Давай, славь. Ты подожди, я в салон сяду. Бородач, я к тебе. Дай ногу, блин, дай руку. Ох, сука. Так, все, вот я внутри. После трех капитальных ремонтов. Не хлопай дверями, блин. Проезжай, Вован. После трех капитальных ремонтов. Четыре замены двигателя. Я опять внутри. Блин, нафига опять я сел? Вот там слева яма, смотри осторожно. Я просто тут, наверное, не пролезу. Блин, подожди, я упрусь. Влево только не едь, я тебя прошу. Вправо надо было бы ехать. Давай как-то объедем потихоньку. Коробку он еще не чинил. Пора, ты думаешь? Как-то включается хреновато. Смотри, что творит.
давай прямо. Вот бородачик. Ух ты ж, блин! Ох и лютый, блин! Ох, огонь! Это зверь просто. Толкай его, он уже привык. Толкай, он уже привык. Прячься, Вован, бля! Стой, не проходит. Давай назад. Смотри. Назад сдавай. Не ебёшь. Назад. Блин, бородач такое исполняет. Смотри, человека, блин, чуть не поцарапал, блин. Он мне помял кунг в прошлый раз. А напомню. Ты мстишь? Ну, слегка. Бородач мстительный, конечно. Он, с виду он безобидный, но очень мстительный. Какой-то человек стоит одиноко. Блин, блин, бородач. Слышь? Слышишь, блядь? Ты меня и сраться еще будешь. Не намотай саньонг на это, на колесо. Нет, это... А, блин. Привет! Шрус. Пускай. Не, ну поехала она лучше уже. Попробуй прямо, Паша, прямо там вроде неплохо. Стой. Не, там жестковато, надо чуть срубить там. Что, все? Я смотрю. Череп, пойду к черепу ухожу. Ты мне надоел. Все, спасибо, друг. Провали. Нормально.
море, беги от него. Да-да-да, я разобрался. Машину воруют! Точка интереснее снимать. Смотри, смотри, что. Я уже не знаю, кого снимать. Смотри, смотри. Блокировка. Типа убирай. Убегающий, убегающий. Смотри, как свежий. Блин, тут не знаю, что снимать реально. Разгон!
мусору падает на темнело. Ола, опа, 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 нахлобучил его. Опа, заехали. Вот это на Хаммере серьезный маньяк сейчас. Свежий капремонт. Колеса китайский оригинал. Не надо гнать на колеса. Ничего себе. Что? А ну, что ты делаешь, покажи. Очень удобно. Щелк, звук пропал. Этот, Санька Череп мне как позвонил вчера, блин, я с ним говорил, потом выключил телефон, у меня в голове как будто пчелы гудят. Так ты видел, что он исполняет? Давай! Что ж ты, прием? Валера, где ты, друг? Давай, Валера, жопа застрянет у тебя, ах ты, блин, стройный собака. Давай, на слабачка! Давай, мы будем толкать, Валера. Ты сможешь, Валера, погнали. Давай. 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 Андрюха, давай. Ну как, Карпович? Ключей от машины нет. Потеряли? Да. Где? Мы ж там только стояли. Объявим, поищем, походим. Подожди, пусть не ездят. Ключи потеряли, надо поискать, Андрюх. Они тут уже заезжены. А запасные дома есть? Паша, ключи от Паджеро потеряли. Есть миноискатель? Да, есть, но дома. Едь домой. Смотри, смотри, смотри. Работа под вес. Шикарно работает. На переднем приводе, Валера. Я у тебя разборная, Саня. Минус один. Старый уже, надо доломать, чтобы новый поставить. Нет, это же возможность. Он уже минус два, или что же? Нива на переднем приводе. Валера задний мост поломал. У него почти девятка сегодня. Не, восьмерка. На переднем приводе без блокировки. Валера, возьми разгон. Все. Говоришь? Доставать конфеты, будут сосать. Доставай. Валера, поехали, мы едем 2 часа. А где Вован? Вот это потому и сломалось все. Валера, я за подъеду тебя подниму, Валера. Валера. Панчик, который занес. Ой, гранаты. Передняя левая, да? Быстро ты накатался, Саня. Быстро накатался. Что значит давно не приезжал? Я 2 раза. Понимал, лопался китайский, Китай, там заводская лопнула. Там была трещина. Заводская китайская? Нет, заводская. Надо это, ключи поискать, ключи потеряли от Паджеро. Можешь забить хуй. Да? Ну как ты их найдешь, снега, блядь, 20 сантиметров. По, где ходил человек поискать? Сейчас вырвет трос Валерику. Хорош! Как, между прочим, за ключи от Мерседеса 124-го 100 баксов давали, а тут... Ну, тоже что-то дадут. Давай не трать бензин.
Право руль. Право руль. Право руль. Песни какие-то, ага. Это штурман поет. Ты поешь, Вован? Ты пел, Волка? А? Ты пел только что. Ну, ладно. А. Так с ребенком маньяк катается. Сэм нашел ключи! Блин, это второй раз, Сэм. Ты же часы один раз золотые нашел. Слышишь, Сэм в прошлой жизни был Шерлок Холмсом, да? Он даже похож. Часы нашел. Я нашел. Ну, Сэм, блин. 100 баксов занесите. Что значит спасибо, блин? Обнимашки. Блин, блин, этот корыстный. Тебе что, бороду нечем брить или что? Нафига тебе деньги? Это Вовка запас... Что? Пик-пик, блин. Походу на покатун дешевле нашлось. Новые ключи восстановить, чем найти. Да ладно. Да нифига, у нас все, ничего не теряется. Сгоняй на такси в Киев. Шишиги тут разошлись. Да не, он газом нас греет, мне кажется. Посмотри, все гуськом гоняют. Бей его в жопу. Вован, бей его, он на шишеговода в батон крошил. Это что, нашли ключи? Да, а 100 баксов не дали. Уходи, прикрывай. Давайте по машине, мы поехали. Вот эксклюзивный аппарат. Ну, я не сказал, что большой, Андрюха. Шо? Шо? Андрюха, давай, давай сейчас дрифт исполним. О, давай, пока никого нет. За дрифт. Так где, внизу давай или тут будем? Шо, дрифт. Сейчас бородач будет дрифтить, приготовьтесь все. Камеру не вы... канал не выключайте. Да нафиг они нам надо. Давай, у нас колеса большие. Сейчас бородач. Только отъедь назад чуть-чуть. Так, переезжай это. Сейчас бородач дрифтануть должен. Дрифтелло. Дрифтелло его теперь будет звать. Не знаю, чем это закончится. У меня бампер такой урезанный, блин, не знаю. Дач поехал вниз. Так, я на крыше. Что-то не дрифтит. Дрифтилка устала, видно. Тяжеловата машинка. Разгон нужен. И кто после этого унылое говно?
Все! Унылое говно кричит. Бензин кончился. Ну давай, ё-моё, шо за, блин, дрифт сраный, блин. Я бы подрифтил, но у меня колеса спущены, уже в таком режиме не будет ничего. Да, вот тут почти прямой угол заехали. Советуют набрать разгон и потом дрифтить начинать. Тут не та площадь, конечно. Это не возле Ашана. Все, надрифтил. Еле выехал. Вот такой бесславный дрифт, если его так можно назвать.